Добрый день, друзья! Сегодня 17 октября 2023 года. Норильск. Выпал снежок. Иду на работу. Вот. Одел другую, так сказать, форму. Куртка немножко потеплее. Прогнозируется снижение температуры, день неумолимо сокращается, полярная ночь наступает, так что скоро будет все время темно, и период ветров начнется. Вчера в группе, которую меня пригласили, поделился несколькими тезисами, связанными с определенными направлениями работы не только органов местной администрации, но и всех соучаствующих, то есть и депутатов, и администрации, и жителей, и общественности. Вот. Написал простым языком, без специфических направлений, потому что надеюсь, что те, кто читает, они понимают, о чем я говорю, вот, и примут это к действию, потому что, имея определенный опыт и знания, думаю, что это позволит по части вопросов, которые есть, их начать решать, ну, по крайней мере, в том направлении, в котором я как бы описал. Нестандартный подход позволяет набрать определенный интерес со стороны вышестоящих органов, потому что всем хочется увидеть реализацию. Если реализация состоится, то это большой плюс к тому, чтобы появилась муниципальная практика, появилась возможность сравнить плюсы и минусы, ну и потом тиражировать, дублировать в различных других муниципальных образованиях с учетом своей особенности. Вот таким нестандартным методом можно добиться дополнительного софинансирования, финансирования различных программ и идей, потому что даже вот у нас на стройке, если есть предложения, связанные с нестандартным решением той или иной проблемы технической, это дело премируется. Вот. Когда я работал на полюсе, несколько нестандартных решений было от моих линейных мастеров-прорабов. Что-то предложил я, и по итогу наш руководитель нас щедро премировал, вот, и мы были все довольны. Поэтому иногда инициативы, они очень полезны и своевременны. Надеюсь, мои, так сказать, мысли и тезисы действительно помогут моей малой родине. Вот. А то мы все говорим, рассказываем о том, что любим отчизну, любим родину, поможем, а действенных вещей не предлагаем. Поэтому надо попробовать, чтобы они реализовали, может быть, где-то на каком-то этапе даже поддержать. Когда поеду в отпуск, несколько предложений поступило встретиться с нашими
школьниками, студентами, для того, чтобы рассказать работу на вахте. Я думаю, что будут ролики, обязательно расскажу, как оно есть и для ребят, и для девушек, чтобы при выборе профессии и выборе места работы они ориентировались не только на близлежащие регионы, рабочие места, но и смотрели перспективу на север. Очень много людей нужно, чтобы работало. Потому что север без людей не построится, как бы ни говорили и не думали. Вот. Тем более есть несколько интересных проектов, которые будут реализовываться в ближайшие десятилетия. И поэтому рабочие специальности нужны обязательно. Ну и руководители нужны. Вот. Всем хорошего дня, хорошего настроения. У нас вторник. Продолжается вахта. Снежно, красиво, на заднем фоне труба, которая освещается.